Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вопрос? Конечно. Ну, скажите, откуда вы? Я из России, из Сургута. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ. А почему вы приехали сюда? Потому что мне не нравится, когда убивают русских людей. Вот, мне не нравится, как на Украине власти приходят фашисты. Где на той же самой Украине, когда они кричат о свободе слова, они не допускают российских журналистов к информационному пространству. Наши каналы на Украине закрыты. Какое это может быть свобода слова? Мне не нравится, когда люди, которые здесь на Донбассе, хотят свободы, чуть-чуть хотя бы, разговаривать на своем языке, им это запрещают. Первый закон, который приняли пришедшие в результате государственного переворота к власти, так называемые сейчас там эти самые, как Верховная Рада и вместе с ними, что они сделали? Первый закон, который они хотели провести, о запрете русского языка. Потом они, правда, это отменили, но первое это было, в связи с чем всколыхнулся Донбасс. Когда Юлию Тимошенко по телефону спросили, а что сделать с Юго-Востоком, она сказала, оградить его колючей проволокой и применить ядерное оружие. Это было? Было. Вот. И неудивительно, что многие люди, которые чувствуют себя, то, что они родственные Донбассу, приехали сюда по зову сердца. Нет. А по вашему мнению, какое будет развитие этой ситуации? Ну, я думаю, скорее всего, на Украине в результате вот этих всех действий народ, который сейчас чуть-чуть одурачен, вот, они поймут, что надо жить в мире со своими соседями и дать возможность им жить так, как они хотят. Вот. Я думаю, все придет к мирному решению этой проблемы. Будет скоро и надо... Ну, думаю, не скоро, но все равно это будет. В ближайшие 1.5-2 года, я думаю, должно это решиться. Дай Бог, что скоро будет мир, да. Везде. Я надеюсь на это очень сильно. Ну, спасибо огромное за интервью. А вот мой товарищ, это местный житель Донбасса. Да, мы позовем Сава. Житель города Иловайска. В прошлом году об этом городе весь мир узнал. Воюю я уже 1.5 года. Был в массовой могиле. Что меня заставило сюда прийти? Я так думаю, что просто мужчина должен защищать свой дом. Я чувствую себя мужчиной здесь. И когда буду ходить на кладбище к своему деду, он воевал в Великой Отечественной войне против фашистов, я не буду краснеть и отводить взгляд. Мне не стыдно будет людям в глаза смотреть. Я считаю, что поступаю так, как должен был. Ненавижу просто, когда обманывают. Сейчас украинский народ обманули. Они все как крысы за дудочкой идут. Одурманенные этими средствами массовой информации. Раньше мы жили в одной стране, ходили в одни магазины, смотрели одни фильмы, разговаривали одинаково. А сейчас эти братья пришли и убивают нас. Год назад я не мог понять этого, из-за чего это, как? Как можно вот так вот короткий период просто изменить мозг человека, чтобы он шел убивать своих родственников? Многие здесь, которые здесь живут, имеют родственников с той стороны. И сейчас даже по телефонам общаются люди, они нас не понимают абсолютно. Осуждают. За что осуждать? Мы за свою землю стоим. Хорошо. Спартаку? Да? Вы aggiungere qualcosa? Volevo aggiungere che l'Italia si deve svegliare, ora di finirla. L'Italia deve essere indipendente dall'Europa e dall'America.
deve indipendente perché se no ci... questa America ci trascinerà in una guerra e l'Italia non ce la farà, non ce la farà. Devo dire solo questo, che io sono qua, ma la mia terra è l'Italia, io amo l'Italia, ma non amo i nostri politici. Tutto qua. Va bene, grazie. Спасибо, всем за интервью. Хорошо, спасибо. Пожар. Вот, АГС попал сюда, сгорело. Вот здесь, видишь, БК повзрывало чуть-чуть. Вот. Можно тут? Ну вот это пускай снимет, все равно привязки нету к местности. Это пускай снимет. Вот. Вот такая вот. Подальше стреляют? Да, это оттуда. Они постоянно же стреляют. Нам запрещено стрелять. Вот. Только кошка. А это кошка, да. Мышей ловит. Мышей было осенью очень много. Quando chiamato questa mattina al telefono, parlavano di brutto, avevamo menti. Они без зазрения совести каждый вечер, днем, без разницы, ночью, под утро лупят, как угорелые. Порошенко говорит, что это национальные батальоны, которые ему не подчиняются. Ну что это за правитель, которому вооруженные силы не подчиняются? Хотя, вот национальный батальон, вот здесь напротив стоит как раз, ну там правый сектор, а там воинская часть. Вот. Так стреляет и правый сектор, и воинская часть. ВСУшники. У правого сектора нету тяжелого вооружения, такие как БТР, БМП. Вот. У них стрелковое оружие в основном. Угу. А стреляют из БТРов, из БМП и постоянно, значит, стреляет кто? Вооруженные силы Украины. Вот такая вот история.